Адха Мукха Шванасана. Поза собаки лицом вниз. Лягте на пол лицом вниз. Поставьте ладони на пол рядом с верхней частью груди. Вытяните ноги, раздвинув их на 6 сантиметров. Поставьте ступни на большие пальцы и поднимитесь на руки и на колени. Сохраняя параллельность средних пальцев, растяните пальцы от запястья. Поверните руки так, чтобы внутренние части локтевых суставов смотрели друг на друга. Плотно прижмите ладони к полу, особенно суставы указательных пальцев. Растянув пальцы вперед, подняв колени с пола, приподнимите бедра кверху и назад от поясницы. Не опуская пятки, поднимите ягодицы как можно выше. Закрепите большие пальцы ног и отведите бедра назад, чтобы распрямить ноги. Поверните колени внутрь и еще поднимите ягодицы, расправив их в стороны. Продолжая отодвигать назад бедра, поверните колени наружу, чтобы ступни были параллельно друг другу. Поддерживая ягодицы вверху, опустите пятки на пол, растягивая мышцы от бедер до пяток. Надавливая ладонями на пол, поднимите наружные части рук вверх от запястья до подмышек, чтобы локти не опускались к полу. Не позволяйте рукам опускаться. Слегка опустите верхнюю часть поясницы вниз и в сторону бедер. Сильно растягивая ноги, освободите шею из ключиц и опустите макушку головы на пол. Ровное стабильное дыхание. Теперь на выдохе согните колени и опуститесь. Если вы хотите сделать позу более облегченной или не можете опустить голову на пол, не нарушая позы, опустите голову на подставку. Инструкции по точному выполнению каждой асаны подробные и довольно сложные. Хотя для следования инструкциям вы должны сосредотачиваться, никогда не забывайте о дыхании. С самого начала до конца каждой позы ваше дыхание должно быть стабильным, ровным и ритмичным. Устойчивое дыхание дает устойчивый ум.